Примерно месяц назад, 13 ноября, на Тенегушевский район обрушилось стихийное бедствие. Сильнейшие порывы разрушали инфраструктуру райцентра. В этом вот доме ураган снес часть крыши и значительно повредил деревянную конструкцию стропильной системы. Уже под утро, был очень сильный ветер, полетел шифер. Честно, сначала даже не знал, что это такое, никогда не слышала, как колется шифер. Думала, что у меня колются окна, так испугалась. Ребенок еще у меня, я побежала в спальню к ней. Она уже стоит. Что случилось? Как мне страшно. Ну, прям попали в такую мы. И живу я здесь только 3 месяца. Не успела переехать, как вот уже случилась такая беда. На место происшествия сразу же приехало руководство Тенегушевского района. Был проведен осмотр крыши. Проверка показала, своими силами ни управляющая компания, ни местные власти с проблемой не справятся. Было принято решение обратиться в МинЖКХ. И благодаря руководству республики нам очень оперативно помогли. В каком плане? Дали задание фонду капитального ремонта. Соответственно, крыша была в установленные сроки приведена в порядок. Сейчас здесь о разрушениях ничего не напоминает, а в середине ноября местная крыша представляла печальное зрелище. Значительные повреждения можно было исправить только капитальным ремонтом. В течение недели подрядная организация, строительная компания «Эра» приступила к выполнению работ. Ребята, которые делали нам крышу, это такие молодцы, я не знаю. И мы не думали, что в такой короткий срок нам сделают такую огромную крышу. Мы очень переживали, вот. Думали, что 1-2 месяца, как нам говорили, нас пугали, это будет, но сделали очень быстрый срок. Капитальный ремонт этой крыши был произведен в кратчайшие сроки. С момента начала работы и до их завершения прошло всего 3 недели. Евгений Волков, Игорь Гангаев, наши новости, Тенегушево.